по Форштату вот можно сейчас на таком автомобиле передвигаться. Вроде смотришь, в воде едет девятка. А вот так вот. Какой суперпроходимый автомобиль. Вот наш. Расскажите. Хороший корреспондент. Где вы ездили, что видели? Расскажи. Мы объехали весь свет. Че, мы какие улицы-то? По Рабоче-Крестьянской, да, пришли мы сюда, вот, на Цвиллинга. Вода там более-менее где сухо, где в Ажбине побольше. Так, ничего, еще, по-моему, сутки. Завтра будет сухо, мне так кажется. Ну, вот у меня тоже такое впечатление складывается, потому что вода уходит достаточно хорошо. Так, по улице Доронина. Сейчас попытаемся подняться на дамбу, проехать, посмотреть, как там пробка с той стороны. Мост через Орь, дорога на Жанталап, все затоплено. Едем по нами. Движение за поселком Форштадт по дамбе. Здесь, я так понимаю, самая низина, да? Вот здесь вот находятся первые дома от дамбы, воды здесь еще много. Собачки спасаются. Вижу. Вон собачка, да. Так вот люди спасаются. Да, здесь еще много воды. Продолжаю дальше снимать. Может быть, кто-то как раз-таки с этой стороны увидит свой дом. Потому что в комментариях много вопросов о том, что покажите нашу улицу, наши дома. Показать на данный момент нет возможности все обойти здесь, потому что видите, какой уровень еще сохраняется. Но вот по возможности стараюсь все это сделать.